Коран был собран во времена правления первого праведного халифа Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. И насчет сохранности этой книги, насчет этого факта, нет ни одного разногласия среди мусульман и не мусульман, так скажем, шииты и другие группы. До появления типографии нет ни одной другой книги, которая сохранилась бы ранее, чем Коран. И даже среди ученых-исследователей в области текста нет такого понятия, как оригинал самого текста. Такого понятия нет. Ибо если бы базисом являлось бы сохранение оригинала, то мы бы абсолютно ничего не знали бы об истории того же, история Рима. Это всего бы не сохранилось. Давайте рассмотрим это на примере. Например, вы знаете, Гомер написал книгу «Илиада». Она была написана в 800 году до нашей эры. И самая ранняя ее копия в 400 году до нашей эры. Прошло 400 лет. Например, книга «Херодот». 480-е годы до нашей эры и 425-е годы до нашей эры. И самая ранняя сохранившая ее копия – 900-й год нашей эры. То есть прошло 1350 лет. Книга, которую написал по истории также Фукидид. 460-400 год до нашей эры. И самая ранняя сохранившаяся копия – 900-й год нашей эры. То есть прошло 1300 лет. И вы, люди, которые утверждают, что Коран искажен, как вы можете опираться на эти книги, которые могли быть сотни тысяч раз переписаны за 1300 лет? Вы реально думаете, что они сохранились, и вы реально на них опираетесь, и в то же время утверждаете о несохранности Корана? Таких примеров я могу привести десятки. Чтобы не удлинять это видео, я напишу их в описании под этим видео. Оставлю ссылку на Telegram, и там тоже еще больше материалом поделюсь. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и пишите комментарий, сохраняйте и делайте репост. Ассаляму алейкум.